Привет всем любителям физики и физических экспериментов. С вами Андрей Щетников, и я хочу рассказать вам одну любопытную историю. Собрались как-то раз мы, древние греки, на симпозиум. И подает мне Пифагор вот такую странную кружку с каким-то столбиком внутри. Выпей, говорит, вина. Ну, я наливаю вино из кувшина. Больше, больше, больше. И вдруг в какой-то момент вино начинает вытекать из-за отверстия в дне кружки. Что ты мне такое подал? спрашиваю Пифагора. А он мне говорит, это кружка справедливости, я ее недавно изобрел. А справедливость состоит в том, чтобы никто не наливал дальше вот этого бортика. Но я, как человек любознательный, конечно же, Продолжаю наливать и смотреть, что будет дальше. Вот я до бортика добрался. И действительно, в этот момент вино начало вытекать из кружки. И вытекло полностью. Ничего не осталось. Ну, какие-то капли на дне. Как же это устройство работает, думаю я. Сейчас мы с вами с этим и разберемся. И по моей просьбе Пифагор рассказал, как эта кружка устроена. У нее есть центральная трубочка. Эта трубочка сверху накрыта колпачком. А в колпачке внизу сделаны два отверстия, через которые и вытекает вино, если мы наливаем его в кружку слишком много. А как эта кружка работает, сказал он мне, разберись сам. И мы сделали вот такую модель кружки Пифагора. Это стакан с трубкой вставлен в его дно, я его ставлю на банку, сюда будет потом сливаться вода. Накрываю сверху трубку стаканчиком с прорезями внизу, по которым будет э, проходить вода, и начинаю заливать. Ну и понятное дело, что когда я заливаю воду, она по прорезям проходит во внутренний стаканчик. Это сообщающий сосуд, она стоит там на таком же уровне, а воздух выходит из стаканчика по трубке. Заливаю выше, выше, выше. Вот добрался до уровня. И система заработала. Вода сливается через трубку, но обратите внимание, что при этом внутренний стаканчик целиком заполнен водой. Слив идет ниже, ниже. И вот слив прекратился. И теперь я изобразил сечение кружки Пифагора на схеме, чтобы увидеть здесь и сообщающиеся сосуды, и сифон, о котором у нас, кстати, недавно был сделан отдельный фильм. Смотрите его, пожалуйста. А теперь разберемся с тем, как это устройство работает. Вот мы залили воду уже до уровня э, трубки. Когда мы ее поднимем еще немножко выше, вода начнет перетекать. И опускаться в трубку если вода стекает по стенкам трубки то конечно у нас атмосфера будет сообщаться с вот этим воздухом внутри но если трубка достаточно тонкая то вода перекроет трубку целиком и запрет ее как пробка ну а тогда получается что вот здесь давление воды атмосферное, а чем выше мы поднимаемся по трубке, тем оно ниже и ниже атмосферного. И вот здесь давление меньше атмосферного, а снаружи атмосферное, оно давит на поверхность воды во внешнем стакане и загоняет воду сюда в сифон. И, ну и таким образом происходит дальше перетекание с опусканием уровня снаружи, а вся эта система остается заполнена водой. Ну и кстати, существенно то, что трубка здесь опускается ниже уровня воды в основной кружке, для того, чтобы сифон работал на всех уровнях нормально. Ну и если мы посмотрим на кружку Пифагора, то мы поймем, где эта трубка здесь находится. Вот здесь в ножке она опускается до самого дна и обеспечивает работу кружки. С теорией кружки Пифагора мы с вами разобрались о всяких ее практических приложениях, ну, таких как сливные бачки, автопоилки и разные другие устройства. Вы можете найти множество роликов в интернете э, под названием «Сифон Колокол», а лучше еще по-английски «Белл Сифон». Ну, а теперь я хочу перейти к последнему вопросу, который мне тоже задал Пифагор. Это вопрос такой, вот посмотрите, после того, как... Вода слилась из кружки. В центральном стаканчике вода таки осталась на уровне выше, чем в основном объеме. Спрашивается, а почему так получилось? Почему эта вода не выливается обратно через отверстия сообщающихся сосудов? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.